свой байк, одежда и сапоги. Представители команды Punk Selector едут в Минск на Tectonation 2010 для того, чтобы показать всем фаталити, бруталити, какалити, канистра, бухалити. Гошан будет участвовать, остальные лохи. Поворот, большой привет, Джей Си, Жан-Франсуа Кристоф, тебе огромный привет, Стэдди Ганс, с прошедшим днем рождения тебя поздравляю, желаю распространения, чтобы Dirty Fight развивался, чтобы цена на лицензию уменьшалась, в общем, нормально. Эштон Гошан еще отправляется в Минск. Панч Боб, Панк Селектор. И еще одно интервью от нашего одного придурка из нашей команды Панк Селектор. Да, кого? Да. Идите все нахуй. Ну, скажи вот, пару хосе. Слов, как мы там будем. Бля, сейчас нахуй ваш поезд ебанется где-нибудь посередине пути. Сифону привет. Да, Сифону привет. Он же сказал Тима Хрэм. Тима Хрэм. Поворот. Поворот. Ковал. Поворот. Кого я не ковал там был? Вот. Да. Видно прыщики. Все. Это не снимай меня. Это Дон Вито, который Дон Вито убежал из нашей команды. Гавшан. Вот он. А это глаз Ковальчука. Ковальчука. Привет, Punk Selector едет в Минск. Да, мы его едем. Эштон и... Гавшан. Вне команды. И команды Дон Вито. Вот. Передаем привет нашим, кто остался в Спанч. Кто он еще? Все, Спанч. Затупок, да, Затупок. Блондину привет. Да, Блонди, Затупок, ну, Хаса. Орел, наш пирожок, Никитос. Орел в Киеве. Наш романтик. Орел в Киеве. Орел в Киеве. Фига орел в Киеве. Точно, блядь. В общем, мы едем в Минск. Кому мы едем? Кипишу и Сашу. Чисто отдохнуть. Я вот не знаю, зачем еду. Он едет греть свои косточки. Он участвует, а мы греть косточки скалы. Да, ну и что еще сказать? Думаю, ты затупок. Тихо, горячие новости от Панк Селектора. Едем в поезде, делать нечего. Нормально разговариваем? Вот. Тут Гоша ковал. Да ничего не бей, хватит. Вот. Мы играем в лобики, называется игра лобики. Жлобики, вот. Жлобики. Ковал учит, как правильно бить в лоб. Вот. Да все. Вот, посмотрели французские видосики, там Джерем, Джей Си, там... Он реально танцор. Там поворот. Поворот написал, что мы не можем играть в Панк Селектор до воскресенья. Так что мы сейчас начнем играть в нее. Вот. Мы начинаем ты сейчас. Не снимайся, не будет и митинг, да? Еее. Ай-на-на-на. Вот, ну все, я залился, короче. Я уже давно залился. Все. Эштон покидает вас. Бил, блин. Снимаешь? Да. Горячая новость от Панк Селектора. Механизм. На голову Дон Хилл напала желтая касатка. Касатка. Сука тебе. Не смей мне ногу писать, да? Да. Горячие новости от Панк Селектора. Горячие новости от Панк Селектора. Мы едем в поезде. Разговаривающий банан. Я нападаю на голову кабала. Разговаривающий банан. Ты кто? Касатка. Касатка банан. Кто это еще банан? Мы не короли, мы команда, мы пьем. Мы не короли, мы бухаем. Мы
просто бухаем. Джерри, Джерри, тебе привет. Как-нибудь у тебя лицо будет короткое. Да пусть он говорит, если ты хочешь, говорит, давай говори. Ну все, я хотел просто сказать, что Джерри как-нибудь порно, и все. Вот, блядь, не влезай в камеру, блядь. Все. Гапшаны. Гапшан. Влез. Я слышу, мы у нас перемирие, еще раз перемирие, давай, перемирие. Вот, все. Вот, Гапшан мне помешал. Ну, нормальный парень, на самом деле. Вот, как мы все, мы немножко пидоры, мы с наклонностью. Сейчас яйца друг другу показываем. Вот, и мы пьем водку. А что там за все нормально. Скоро будем в Минске, не знаю, когда будем. Но я надеюсь, мы будем там или выползем из вагона как-нибудь. Вот. Да ты шутник не мытый, блядь. Тачка нам. Цыган, ну. Всем привет, это горячие новости от Punks Electro. Гошан и Эштон проснулись, а поспали там всего 2 часа. Мы вообще никакие, выпили водку и заснули на 2 часика, а наш любимый Ковал еще спит, сейчас глянем на него. Вот он, наш пупсик. Маленький пупсик, гномик, спит как мальчик, младенец маленький. Что делать дальше? Сейчас бананчики, есть 2 банана. А я еще так ссать хочу, еще туалет занят. Да, Мишка, еще часов 6. Не знаю, что делать. Карт нету, ничего нету. Выпивки осталось только канистра. 5, 6, 7, 3. С нами горячие новости под Панс Электро. Это Данхит. Это Адон Вит. Сверху цыган спит. Цыган, давайте посмотрим на цыгана. Цыган. Братуха, позолоти ручку. Так. Подорос. С нами Спанч Боб. Спанч Боб, который тоже спит. Спанч Боб, ходит спать, скоро Минск приедет. Давай, слышишь, выходи. Мы потеряли Хосе, мы не знаем, он, короче, ушел с бутылкой водки и не можем его найти. Где же он? Он в мусорном баке. Его там нет. Что делать, слышь, не понимаю, блядь. Нас выгнали с поезда за буянство. Мужик из поезда. Вагон уехал, как не знаю. Горячие новости от Панстрика. Нас выгнали с вагона из-за цыгана. Он спилил все цепочки во всем поезде. Мы в какой-то шопе находимся. Главное, что мы собрали свою касатку. Касатка? Смотри, она гниет. Покажи касатку. Че еще скажешь? Побежать за вагоном, что делать? Побежали. Три. Горячие новости Панкс Электро. Мы проебали телефон Данхила. Я не знаю, куда он делся. Еще так мы не нашли Хосе с бутылкой водки. Где Хосе, блядь? Где Хосе? Наверное. Это Эштон. Я проснулся. Ака Качер. Мы проснулись. Время сейчас на часах без 15:10. Мы все едем, вот малыш Гошан. Нам не скучно, мы выпили еще. Он говонял. Эштон, ака сука, говонял, блядь. Гошан говорит, что мы вроде навоняли. И там все слышно. Гоша говорит, я вроде навонял, а я не знаю. Спанч Боб также спит, блядь, он квадратный просто, как бы. Да. Что-то у него не молчит, ничего не говорит, Спанч. Что мы сейчас пили, скажите? Мы сейчас пили водку. Нормал, выше. Потом с соком, потом со швепсом. Вообще. А вообще мы не пьем, мы не короли, мы просто бухаем вместе. Горячие новости от Панкс Электро. Мы прибыли в Минск. Вот, еле-еле доехали, вообще рассказывали истории жуткие, чуть не пересрались. Это полный пиздец, короче, блядь. Одни страшилки целых 2 часа, блядь. Это так страшно просто, я не знаю. Я реально, блядь, нахуй, я уже, блядь, на весь загар нахуй слез, пизду. Вот мы в Минске, ребята, еле-еле, не знаю, что нас ждет дальше. Ты что, меня опалил? Вот, мы в жутком состоянии, на самом деле. Ехали там, чуть не перекрылись, угли, Гошан чуть... Не стал подкидывать там. Блять, иначе не замочила проводница, да пиздец, короче. Да, блять, меня снимать тоже заебал. Yeah.